Привет, привет! У нас опять утро начинается с веселья. Сейчас увидите. Вот такая вот собака. Вольер разломака. Ты что так делаешь, а? Ты зачем это сделал? Вот, надо с ней погулять, в общем. Время 7 утра, прогулка задержалась, и мы благополучно поломали, вытянули 3D-сетку. Сейчас погуляем, и папа придет, приступит к ремонту. В общем, Грейс отцу сделала работы. Самая такая занимательная саботунская собака. Как так, говорит, отец, без работы с утра будет. Надо же чем-то его занять. Чем его занять? Только любимым делом. Ремонт вольера. Так вот. Да? Грейс. Да ты вот такой медведь. Ты настоящий медведь, который выломал сетку практически. Да. Я же такой лежу, такой голову ломаю, как скучно пройдет день.